Доброе утро всем, кто присоединился к утреннему выпуску «Вестей». И сразу узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. В Карачаево-Черкесии днем в горах местами слабые осадки, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Днем плюс 8, плюс 13 градусов. Местами в горах ночью до минус 3. Днем 3-8 со знаком плюс. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до отметки плюс 3. Днем ожидается плюс 11, плюс 13 градусов. Сегодня день работников органов внутренних дел. И гости нашей утренней программы – ребята, чьи мамы много лет работают в полиции. Это учащиеся школ Черкесска Руслан Болотов и Родион Смородин. С ними встретилась Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Родион. Доброе утро, Руслан. Я благодарю вас за то, что вы сегодня наши гости. Детки, а вы знаете, какой сегодня праздник? Да. Какой? Да. День полиции. Да. Ну вот я знаю, что ваши мамы работают в полиции. Вот вы знаете, в каком они звании? Наверное, Родион, начнем с тебя, расскажи. Моя мама под званием подполковник. Угу. А у тебя? Моя мама под званием майор. Да. Скажите, а мамина работа нравится? Да. А чем нравится? Что они очень трудятся за нас, помогают. Они делают вещи, которые мы не можем сделать. Угу. Они нам помогают, покупают вещи, покупают еду, угу. Платят за наше здоровье, помогают нам. Ну вообще, как вы считаете, вот сложная ли у них работа? Родион, расскажи, как ты думаешь, вот насколько твоей маме сложно на этой работе работать? Она поздно приходит, устает? Ну, да, иногда поздно приходит, иногда устает очень сильно, у нее ноги болят, ну вот такое. А у тебя, Руслан? У моей мамы очень сильно болит голова, когда она приходит. С работы, иногда, да? Да. Устает? Иногда у них случается тревога ночью. Они идут на работу, у них там... Им говорят, что у них какой-то или побег, или совершение убийства, или покушение на кого-то. То есть вы понимаете, что у них сложная работа, да? Да. Вот вы сами, когда вырастете, кем хотите быть? Родион, наверное, ты еще рассказывай. Да, я хочу поступить по маминым стопам в полицию, пойти только в другую службу. Ну, расскажи. Ну, в службу я хочу поступить в ОМОН, чтобы бороться с неприступностью. Ты, в общем, хочешь, чтобы в мире был мир, да, справедливость? Да. А я хочу стать футболистом. Мне очень нравится эта профессия. Я уже хожу на секцию. Мне очень нравится. И потому что они очень трудятся. У них тайм идет 45 минут. И они неплохо зарабатывают. Это тоже очень важно, правильно? Да. Ну, в общем, Родион у нас хочет быть полицейским, а Руслан – футболистом. Да. Но я знаю, что вы для своих мам сегодня, вот в такой праздничный день, подготовили стихотворение, да? Да. Мне бы хотелось их услышать. Кто начнет? Давай ты. Давай я. Для женщины нелегкая работа в полиции на службе состоять и сочетать и мягкость, и суровость. В своей работе много лет подряд. Тобой очень хочется гордиться, свою эту службу выбрала не зря. От всей души сегодня поздравляю в твой праздник с днем полиции тебя. Молодец. Леди в погонах особая честь, можно собой гордиться. Позже успехов не перечесть. С днем вас, российской полицией. Труд, благодарность опасный порой. Чтоб в работе у вас непростой, миром решались вопросы. Ну, молодцы, какие великолепные стихотворения. Я поздравляю вас и ваших мам с этим праздником. Спасибо, что сегодня были гостями нашей программы. Спасибо вам. Спасибо. Это все, о чем мы успели вам рассказать в этом выпуске. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 11:45 с ведущим Ашимезом Пхешковым. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра.